Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем экскурсию с Амиром. Карагандинский зоопарк. Один из старейших зоопарков Казахстана. Основан в 1938 году. В 2012 году Карагандинскому зоопарку был присвоен статус особо охраняемой природной зоны местного значения. В 2013 году в зоопарке содержалось более 2700 экземпляров животных, а к 2015 году их количество сократилось до 1600. Всем пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошего просмотра!